Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство Alcatel 3T10. И сейчас я покажу вам, как включить уровень режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз, далее мы нажимаем на энергосбережение значок и таким образом включаем режим энергосбережения. Если нажмем еще раз, то выключим. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.